Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня закончился наш конкурс. Итак, вы подписывались хорошо, красавцы все, но возникла маленькая проблема, видимо, либо я ошибся, надо было вам говорить, чтобы вы писали ВК, потому что там более понятнее было бы. Бля, я опять включил эту херню, надо быстро выключить. Так, опа, а ладно. Заключается в том ошибка, то что вы когда писали комментарии, некоторые не знали, что такое означает порядковый номер. Ну, ребят, не обижайтесь, вы либо школьники, либо подзабыли этот термин. Порядковый номер, ну то бишь, это, например, 1, потом идет 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот, вы должны были писать первый, там, один, два, может быть, там даже перелистнулось, но смотрите, некоторые смотрят, ну, даже вы, если бы вы пролистали, посмотрели бы, что ну, есть номер, например, 1, 2, 3, похеру, один написал 3, 3, 5 повторяется, 5 еще повторяется, так что извините, дорогие друзья, из-за этого я не могу, у меня есть аккаунты и лицензионные ключи, Assassin's Creed я хотел на первое место поставить, поэтому, так что, извините, получится так, что мы с вами только сделаем на лицензионный Minecraft шмот из Dota и 50 рублей, последние три места, как бы. Так, ну, как мы начнем это все делать? Перейдем, наверное, пожалуй, на рандом. Рандомчик. Так, рандом. Так, я сейчас пересчитал и понял то, что здесь не 22, некоторые повторялись, ой, извините, я неправильно писал. Итак, давайте зайдем, вот 15 и 1 на выбор, давай рандомчик, не подведи меня, 12 минус 3 делаем, получается, раз, два, три. Получается, на 3 я остановлюсь, да, правильно, Макс. Так, я его так что уже не писал, потому что, извините, неправильно видео проверил. Кстати, начал проверить, подписался ли он на мой канал. Просто сначала я тупанул, не проверил, начал выдавать всем. Так, давайте сейчас проверим. Так, подписана ли эта сучка на меня? Интересно, интересно. Так, давайте зайдем на этого. Ну, блядь, шнобель. Давай открывайся. Сука. Так. Бля. Вот, подписался. Сучка, молодец. Так. Окей. Теперь проверяем эту сучку. На такое делаем. Так, группа ВКонтакте. Ой, запалился. Так. Нет, не то, не то. Так, блядь, нахуй. Участники. Поиск по участникам. Давайте. Опа. Так. Опа. Так, вот, значит. А, я вот вступил. Красавчик. У него первое место. У него лицуха. Не обижайтесь, ребят. Наш школьник победил очень по-честному. Этого школьника мы уже предупредили. Давайте, минус один уже, 14. Давайте. А, десятый. Так, десятый у нас. Раз, два, три, четыре. Это вот этот чувак выходит. Так, а ну-ка, давай-ка его сейчас добавим. Все пишут, когда же уже начнется твоя хуйня, блядь. А ну, давай так уберем, может ошибся чувак. Чувак, в общем, второе место про дотку, это канал DJ Air. Свяжись, короче, со мной. Так, сейчас посмотрим, подписался для начала ты или нет. Может вообще, блядь, какой-то пидорок. Не, подписался, красавец. Так, сведения, может он что-то такие данные свет. Нет своих данных, ну ладно. Так, третье место, это давайте уже будем. Так, меня.
табличку. Опа. Вот это школота, я вам отвечаю. Вот этому школьнику повезло. Итак, заходим сначала в контакт. Спускай пока и проверим, подписан ли эта школота. Не. Да. Так, 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 так. Каналы, давай зайдем. Вот, сучка, молодец, подписался. Так. Сейчас я напишу. Ой, какой. Какой уёба. Так, давайте напишем. Ты выиграл деньги. Выиграл, выиграл, написал я. Ага. Ну все, пожалуй, это все. Три места мы разыграли. Как будет, сколько? Ну, я думаю, 2000 подписчиков или 5000 подписчиков. Я устрою второй конкурс. А вот, думаю, наверное, будем проводить его в моей группе ВК. Потому что так лучше, никто не запутается и не будет лишних обид. Ну, я думаю, на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем пока.